Всем привет! Привет из Калифорнии! Сегодня хочу рассказать вам, как стирают американцы. Вообще, это такая тема, как бы, актуальная для многих. Меня это, конечно, удивило. Я когда первый раз приехала сюда, в Америку, я, в принципе, еще не поняла этого всего. И я уже это поняла, когда вот стала здесь жить. В общем, у них это все упрощено. Ничего они не гладят, ничего они не сушат. Они все это стирают, сушат в машине, в сушильной, и кладут в шифонеры, раскладывают. Главное в этой машине не, когда все высушится белье, чтобы оно там не залеживалось, ну, чтобы гладить не надо было. Просто берешь, раскладываешь, и оно все, джинсы в 4 слоя там, футболки сразу развешиваются на вешалке, и тоже всегда не мятые. В общем, все просто. Еще такой смешной случай у нас был, не то что случай, а... Я, как всегда, когда переписывалась с мужем, и мы разговаривали по скайпу, он все время сидел в кровати у себя, и я все время смотрела, думаю, странно, у него все время постельное белье зеленое, одно и то же. Думаю, не стирает, что ли, 1,5 года мы разговаривали, и у него все время было одно и то же белье. Я такая думаю, странно, у нас ведь вот столько постельного белья и в цветочек, и в розочку, и в полосочку. В общем, и когда вот я уже только сюда приехала, я поняла, у них вообще постельное белье продают такими большими наборами, там и одеяло, и 2 комплекта белья постельного, зимнее и летнее. Зимнее оно такое ворсистое, как теплое, они его зимой используют, а летом оно из бязи такое, ну, под ним не жарко спать. И вот, допустим, нам стирка идет постельного белья, мы это просто все снимаем с кровати, в этот же день все стираем, тут же сушим там через 2 часа и снова застеливаем. В общем, этот секрет-то вот у меня раскрылся, но он меня 1,5 года мучил, почему это он так редко стирает и меняет белье. И у них в шкафах нету вообще этого постельного белья, как у нас там по пол шифонера завалено полотенцами, простынями, под одеяльниками. У них такого вообще нету. Вот у нас вообще только вот для гостей там есть постельное белье, и вот это мы используем, но оно уже когда там постарится, и их меняют, и все. Сейчас я покажу машины стиральные, которые они стирают, которыми вообще у них прачечные здесь в каждом доме, так называемые. Это просто места выделены, где стоят вот эти большие машины. Вот это вот стиральная, это сушильная. Конечно, для наших российских малогабаритных квартир такой вариант не подойдет, потому что вот эта сушильная машина, она очень шумит, когда белье сушит, от нее большой жар, и она шумит очень сильно. И мы вот здесь вот в комнате всегда закрываем вот эту дверь, которая в зал ведет, и телевизор там вот слушать, чтобы было слышно. У кого поменьше дома, это все вообще все выносится в гараж, и в гараже это все делается. У них все машины с фронтальной загрузкой. Очень большой барабан. Если ты что-то забыл положить, ты всегда можешь вот эту крышку открыть и доложить. Ничего страшного не будет. Потом у них вот этот порошок кладется, маленькая ложечка порошка вообще. И вот такие салфетки. Эти салфетки используются, когда в сушку кладешь белье. Вот эта салфетка кладется одна, она такой запах приятный имеет, и от нее белье не скатывается, и с ним ничего не делается. И вообще, вот сколько мы тут... Ну, я не стираю, у меня вот муж стирает. У него это обязанность его. И ни разу белье не полиненное было, не вытянутое. Хотя он стирает и белое, и красное, и там и синее, и каких только цветов нету. Вот, в общем, вот. Ну, вот это вот и все. Ну ладно, всем пока!